Да, погода супер. Какая-то непонятная конструкция. Вот это озеро Боброво. Красиво. Вдалеке березы. Слева есть и дубы. И еще какие-то деревья. Я не специалист. Это дорога, по которой мы сюда пришли. Это заброшенное какое-то база какая-то, наверное, была или планировалась. Здесь лавочка. Рыбачки. Пристань. Пирс. Еще немного и уже скоро будет лето. Пойдем еще походим. Старый заброшенный пень. Вот так вот и вся жизнь проходит. Остаются только пеньки. Вот. Вот это вот последствия жизненного цикла деревьев.